вечер, дорогие друзья. Мы начинаем концерт ансамбля «Арсенал». Мы начнем сегодня первое отделение композиции, которое состоит из двух пьес. Первая пьеса – это фрагмент из композиции группы «Орегон», которая называется «The Silence of a Candle». Ее обычно исполняют как бы в память о талантливом музыканте, который был членом «Орегона», но погиб в 1984 году в автомобильной катастрофе, а он сыграл очень важную роль в истории коллектива, поскольку он научился играть на ситаре и на табло, и его игра придавала вот такой какой-то восточный колорит этой группе. И вот когда он ушел, то вынуждены были взять уже индуса, который играл на этих инструментах. Пьеса эта называется «The Silence of Candle». Она перейдет в нашу версию песни из репертуара группы «Beatles». Песни, которую мы сыграем совершенно по-своему, без всяких слов, которая называется «Norwegian Wood» – «Норвежский лес». Ну, а начинаем мы с пьесы «The Silence of a Candle». Thank you.
Thank you.
Спасибо. Ну, сейчас мы переходим к вокальной части нашей программы. На сцену выходит еще один участник ансамбля «Арсенал». Его зовут Марк Юсим. Сейчас вы услышите в его исполнении и в нашей версии одну из песен замечательного певца, которого зовут Джино Ванелли. Он родился в Канаде, в англоязычной части этой страны, в очень талантливой семье, где все, начиная от отца, все братья, и он сам, все играли, пели и сочиняли музыку. И, в общем, он стал популярным сперва в Канаде, затем ему посоветовали перебраться в Соединенные Штаты Америки, где он тут же начал занимать опять первые места, что вызвало, кстати, раздражение у местных американских продюсеров, и его начали немножко поджимать. Но, тем не менее, его популярность держалась где-то все 70-е годы. Ну, потом его как-то немножко оттеснили, он на некоторое время исчез. Но, как выяснилось, он это время не зря тратил, поскольку он был не просто хороший, талантливый певец, он еще был очень глубоко и широко образованный человек, особенно в духовном смысле. Он уже тогда начал увлекаться разными восточными видами философии, и он провел несколько лет в монастырях разных, буддийских, и был и в Корее, и на каких-то там островах. В общем, это такая интересная история. И потом вернулся, и, в общем, опять, как ни в чем не бывало, продолжает выступать. И вот сейчас прозвучит песня, которая была популярна где-то в середине 70-х годов. Значит, называется она «The River Must Flow» Джино Ванелли. You're the one that I adore, and no man can love you more. It's like the river that flows into the sea. I need you like a jasmine needs the rain, like your water. It's like the rain that they
Спасибо. Сейчас вы услышите песню, которая была очень популярна где-то в середине 80-х годов, когда еще был жив Майкл Джексон. Это хит из его репертуара. Причем в создании этого хита принимал участие Квинси Джонс, замечательный аранжировщик, композитор, который опекал Майкла Джексона и, в общем, практически сделал для него всю музыку. И вот эта пьеса, она сейчас тоже прозвучит в нашем варианте. Она перейдет уже в инструментальную пьесу, которую я сочинил не так давно. Я назвал ее «Алайский базар». Эта пьеса в общем в стиле world music, то есть в такой в стиле этнического музыкального искусства, посвящена историческому месту. Этот базар возник за 2500 лет до нашей эры на маршруте Великого Шелкового Пути, откуда шли караваны из Китая, а тогда китайский шелк был, уже тогда был в большой моде. Эта мода продержалась несколько тысячелетий, поскольку секрет охранялся очень тщательно в Китае. Там за любую попытку узнать, как его производят, сразу отрубали голову просто, и все. И вот где-то посредине этого маршрута, в Центральной Азии, под склонами Алайского хребта, возникла такая точка, где караваны отдыхали, заодно встречались с караванами, которые шли уже из Европы, из Африки, из Индии, уже везя совершенно другие товары обратно в Китай. И вот там они встречались, и возник такой, значит, небольшой базар, который просуществовал несколько тысяч лет. И сейчас он существует в Ташкенте, в Узбекистане. В советские времена я бывал там, когда не знал, что это такое за место. Бывал на этом базарчике, я его помню. Но тогда мы никто вообще не знали его истории. Тем не менее, вот это историческое место сохранилось, и я решил посвятить ему пьесу. Вот на этих двух композициях песни Human Nature, которая перейдет в Алайский базар, мы закончим первое отделение. Ну а сейчас Майкл Джексон, вариант, наш вариант песни Human Nature. Why? I tell them that it's human nature. Why?
a moment. Electric eyes begins to be reaching out. I touch your shoulder. I'm dreaming of this dream. Why? 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 Why?
Арсенал. Марк Юсим, Юрий Погибан, Алексей Козлов, Евгений Шариков и Аркадий Баклагин. Ансамбль Арсенал. Большое вам спасибо. На этом давайте мы сделаем небольшой перерыв. Так, дорогие друзья, мы продолжаем наш концерт. В начале второго отделения мы исполним пьесу, написанную мною. Ну, где-то, может быть, лет 10 тому назад. Она называется «Инсомния», что означает «бессонница». Я немножко расскажу о том стиле, в котором она написана. Дело в том, что мне в моей практике пришлось изучать очень много разных стилей, даже играть и сочинять в них. И вот был такой период в моей жизни, это было давно, это были еще начало 80-х годов, когда я услышал впервые записи такой германско-норвежской фирмы ECM, которые вот стали играть музыку вот такого какого-то странного такого стиля. Это и вроде бы и не джаз, это импровизационная музыка, которая, в общем, с одной стороны имеет тенденцию быть похожей на какую-то классическую камерную, с другой стороны на индийскую, на такую медитативную музыку. Вот эта пьеса, она скорее носит такой медитативный характер, то есть играется там все в одном или в двух ладах, там никаких нет обыгрываний гармонии, ничего, она такая сама по себе очень простая формально, но зато там какая-то должна быть все-таки глубина. Если настроиться на это, то можно впасть даже в какое-то такое состояние. В общем, сейчас вот я попытаюсь проделать эксперимент, сыграть на вот этом новом инструменте, вот в таком стиле медитативной музыки. Итак, бессонница или инсомния. Thank you.
Спасибо. Ну а сейчас мы исполним композицию с таким странным названием «Туту». Когда-то оно мне тоже показалось странным, это были еще советские времена, это был конец 80-х годов. Тогда еще не было такой информации, и я, так как я слушал записи любимого мною Майлза Дэвиса, то я сразу по «Голосу Америки» определил, что вышла пластинка, где есть пьеса «Туту». Потом она дошла до нас.
Но я никак мы не могли понять, кто это такой и что это такое тут. И только потом выяснилось, что на самом деле это пьеса, которую написал Маркус Миллер, соратник и бас-гитарист, и композитор из последнего состава Майлза Дэвиса. И вот Маркус Миллер сочинил пьесу и посвятил ее выдающемуся деятелю Южной Африканской Республики. Он получил Нобелевскую премию мира в 1984 году, потому что он, в общем, боролся с апартеидом. Если вы знаете, что такое вообще апартеид и что такое Южноафриканская Республика до 1984 года, то, может быть, лучше и не знать, поскольку это был сохранившийся нацизм где-то там далеко на юге Африки. На самом деле это почти был как немецкий фашизм. Но немножко по-другому там это выглядело. Но там вот те, кто захватили власть, они никаких прав другим людям не давали. Вот Нельсон Мандела, который пытался с ним бороться, он просто просидел в тюрьме 20 лет. А вот его друга Дезмонда Туту, который был священником, получил сан из рук самого римского папы, посадить не могли, поскольку он был под защитой уже католической церкви. И вот он, и, в общем, и устроил этот суд над этим апартеидом, и в 1984 году там он был отменен. Вот такая пьеса, посвященная этому замечательному человеку. Итак, Маркус Миллер, «Туту». Thank you.
Гитаре исполнил Евгений Шариков. Сейчас мы вновь переходим к вокальной части нашей программы. Марк Юсим исполнит пьесу которая называется Hard Times. Кому она принадлежит? Ее, в общем, исполнил когда-то человек по имени Джон Легенд со своей группой Roots. Вот такая информация для тех, кто интересуется. На самом деле это один из его хитов, который так и называется Hard Times. В ней поется как раз о том, как тяжело приходится человеку, который приехал в какой-то город большой, и как ему там
не по себе. Я думаю, что это, она сейчас актуальна, эта песня, для многих, кто меняет место жительства, для многих беженцев, особенно из Африки, когда перебираются, например, в Европу и так далее. Итак, Марк Юсем исполняет пьесу «Hard Times». Oh, heavy hard times. Yeah. No, 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 no. Oh, oh. Yeah. 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 My body house, I'm afraid to come outside. A few I feel this love, I'm afraid they hurt my pride. But I play the part, I feel they wanna play. And I pull the shit so I don't see them saying me. Having a hard time in this crazy town. Having a hard time, there's no love to be found. Having a hard time in this crazy town. Having a hard time, there's no love to be found. My body house, I feel like meeting others. Familiar faces creep, erase your brothers. I found a man corrupt. Although do we feel my brother, he wants to hold me up. Having a hard time in this crazy town. Having a hard time, there's no love to be found. Having a hard time in this crazy town. Having a hard time, there's no love to be found. Crazy town, I've been through hard times, there's no love to be found.
Спасибо. Сейчас прозвучит пьеса в нашей версии, естественно, которая, в общем, является хитом 2017 года по продажам как в Америке, так и в Великобритании. Ее автор небезызвестный Эдвард Кристофер Ширан. Вот так он, его полное имя, хотя сокращенно его зовут Эд Ширан просто. В общем, это очень популярный человек. И сейчас вы услышите один из хитов, который вот сейчас звучат везде по радио. Называется эта песня «The Shape of You». Best place to find love, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing chat, you can fast until we talk slow. Come over and start a big conversation with just me, and trust me, give it a chance. Now to man stop, then a man on the jukebox, then we start to dance. Now I'm singing like, girl, I know I want your love. You'll always have made for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much, grab on my waist and put the body on me. Come on now, follow my lead. Okay, come on now, follow my lead. Oh, I'm in love with the shape of you. I push and pull like a magnet, and my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room, and all the bed sheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Showers and all my family is doing okay. Okay, sitting in the backseat, kissing on the taxi, call the people like the radio play. Now I'm singing like, girl, I know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put the body on me. Come on now, follow my lead. Hey, come on now, follow my lead. I'm in love with shape of you, but push and pull like a magnet, and then my heart is falling too. I'm in love with your body. The last night you were in my room, you know the bed sheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Why, oh, why, oh, why, oh, why? I'm in love with your body. Why, oh, why, oh, why, oh, why? I'm in love with your body. Why, oh, why, oh, why, oh, why?
Disco don tutti da c'è le da pa 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 da a c'è da lo lo go di le da le cha e ti da che le da le da pa da pa pa da pa di pa du du pa o le di ti da pa 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 di le da da don wa da pa da pa da pa di du we le di ti ju sha lo ri ki ke di le da le di ju ju ti di le da pa di pa da pa di pa di da le di shi di le da a a pa da pa di be di di la re ki di don don pa ba di da Ciao lolo, vi papo de zare che, zare tato lolo, zare tata, badaba di bidi, wap, chile da a a do do, badaba di badu bidi do do do, badaba di badi 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 сочинили два человека. Их зовут Роланд Орзабал и Курт Смит. Это два создателя замечательной группы, которая начинала свою деятельность еще в самом начале 80-х годов на волне панк-рока. И называется эта группа Tears for Fears. Она до сих пор популярна. Название они взяли из книги некого Артура Янова. Такой был писатель, сложные такие какие-то философские писал книги. Вот, и эти ребята тоже были непростые. Они учились на разных факультетах таких непростых, тоже философских. И вот эта книга называлась «Первобытный вопль». И песня, которую вы сейчас услышите, она называется «Shout». И есть такое предположение, что это как раз вопль младенца, который только вылупился вот из чрева матери и закричал. Вот это и означает название песни, которую сейчас для вас исполнит Марк Юсим и ансамбль «Арсенал». These are the things I can do without. Come on.
Thank you.
Большое вам спасибо. На этом наш концерт подошел к концу уже окончательно. Мы благодарим вас за внимание. Приглашаем еще, приходите, пожалуйста. Спасибо вам, всего хорошего, до свидания. Наши артисты благодарят.